Так, все, дальше я не знаю, что делать, потому что на этом я дальше не смотрела. Ну, в смысле, до этого выкладывали промо-ролики. А, так, ты все еще не работаешь? Ну-ка. Bridalwood Silks and Fashion. Да, все еще не работает. Smoothies, fruity and yummy smoothies. А где моя бабочка? Бабочка, види меня дальше по сюжету. Где она? А, нам сюда открыли, все поняла. А, вон там Пипа стоит. А, там, наверное, у нас будет дэнс-дэнс. Так, тут Хитч стоит, не пускает. Как это, не шаг в сторону. Не шагу в сторону. А тут наверху ничего не было? А, вот он. Вот, блин, мне нравится, как в игре город сделан. Сумочки. The best Zephyr Heights fashion. Самый писк Zephyr Heights. Эй. Did you find out who ruined my billboard? Ты узнала, кто испортил мой билборд? Вообще-то no. Нет. Oh, well, ладно, зато сейчас он хорошо выглядит. Это главное. Сани, все уже собрались, но чего-то не хватает. Примроза? Она у меня подтанцовка. Какое же шоу без танцов? Подтанцовки, господи, найдешь ее? Конечно. Где она может быть? Не знаю, она любит прятаться, а еще любит смузи. Я ее найду. Шоу должно продолжаться. Так, нам надо смузи и выманить ее. Там она наверху сидит, да, очевидно, в коробке. Так. Там Пипу фоткают. А смузи мне сразу брать или сначала ее найти, типа, надо? Нет, сначала надо коробку найти, вон там наверху, а потом смузи. Чё она тут? Hey, это ты, Примроза? Oh, no. О, Primrose нет, Примроза ушла. Она растворилась. О, ты какая няшка. Это ты, Примроза? Да, это я, но я не могу пойти на шоу. Почему? Что-то случилось? Просто мне нечего надеть. И вот, а я найду тебе что-нибудь красивое. Правда, мне нужны три вещи. Нормально, уже три. Так, нам надо три вещи. Фига какая требовательная. Дайте нам, пожалуйста, что-нибудь. У тебя с этим будет так много комплиментов. Так, это было раз. А, два и три, наверное, тут. Так, это у нас... бабочки и сумки там выше, да? Где-то были? Или ниже? Что-то я же запуталась. Еще сумки где-то были. А, наверное, там, где мы шлем покупали, нет? Сейчас. Шопимся, Зеус. Или нет? Очки. Costumes for maritime bay day. Это карнавальные. А нам надо какие-то модные. Наверное, там все-таки где-то надо искать. Так. Очки. Смузи еще рано. Так я где еще один? Блин, а где Zephyr Heights, который говорил? Я, будучи личинкой программиста, заботливо делаю обводку текста под динамичный фон, чтобы можно было обращать даже не попадание в цвет. Вверх-вниз аксессуары нормально? А, так. Стоп, а где еще один? Я туплю. Бабочка, помогай. А, вот он, господи. Ну, да не мудрено потерять. For Pip's show, a very special piece.
Все. Нашли. Пора отнести их в Primrose. Господи, у меня аж голова закружилась. Бегай тут по кругу. Раз, два, на. Oh, you got them? Yes. Там бабочка одна летает, а я ее игнорирую. Теперь ты можешь выступить на шоу. Но я не могу, нет, я не могу. Чё? Why not? Почему? Because... Потому что... What if he doesn't like... Что если мне не понравится? А, ему не понравлюсь. Кому ты ему? Хитчу, кому еще? Он так добр ко всем пони, так участлив, такой... Каким только он может быть. А, понятно, но Хитч ничего не понимает в моде. Разве? Ты уверена? Ну, она поклонница Хитча. Ему больше по душе пасти кроликов и все такое. Я думала, что наряжусь для пони подиума и понравлюсь ему. Но я стесняюсь. Почему? Не стоит. Ты идеальна, именно такая, как ты есть, правда? Да, просто быть собой. Каноничный шиппинг. Можешь просто пойти к нему и сказать «Привет». Ну, не знаю. Было бы проще, будь у меня причина к нему подойти. А что, если ты просто предложишь ему поделиться смузи? Ну, наверное, это хорошая причина. Он обожает смузи. Можешь достать мне? Да, я буду твоим смузи-мейкером. Но моя тележка смузи в магазине. Где же я сейчас найду смузи? Действительно. Да, да, это все одна та же бабочка, но просто я пыталась найти сама, но, видимо, я слишком на это самое. У меня сломался холодильник для смузи. Можешь угостить меня парочкой смузи, я буду тебе в долгу. Конечно, Санни, не вопрос. Что ты хочешь? Отлично. Два смузи из тыквы. Ой, я не могу эти сделать, у меня закончилась тыква. Принесешь мне парочку тыкв, я тебе сделаю. Найти парочку тыкв. Сирисли? Где бабочка? Бабочка, где тыквы? Вот это я уже... А, вон тыква. А, так они тут не просто так стоят. А, они тут не просто так стояли все это время. А я думаю, нафига тыквы в городе раскиданы? Что, бабочка не помогает больше или помогает? Где она? Улетела? Зараза. Страдай одна. Ну вот куда она улетает, скажите мне. Он любит смузи, но она любит смузи, у них столько общего. Точно. Перфекто. Тут была тыква или нет? Я не помню. Так, она куда-то вниз зовет. Куда она зовет? А, вон туда. Блин, она так летает. Вот еще менее заметную бабочку могли сделать. А, все, вспомнила, вот она, да. Смузи из пряной тыквы. Одну секундочку. А я, кажется, две просила. Нет, смузи? Ну ладно. На тебе смузи. Господи. Квесты принеси, подай. Большое спасибо. Это просто смузи. Ликотня. Спасибо за то, что вдохновило меня быть самой собой. Лучше этого ничего не может быть. И помни, он обожает кроликов. Кролики, ага, может отнести ему одежду... Можешь отнести мою одежду Пип? Она ей больше пригодится, чем мне. Конечно, она знает моду. Нравится, что окошки с персонажами в 2D-стилистике очень красивые. Ну, кстати, да, симпатично нарисованы. Так, одежду отнести Пипе. На тебе шмотки. Одежда? Но мне же надо танцовщица для шоу. Хочешь, я найду тебе танцовщицу? А ту танцовщицу уже хищу вел.
Я нашла превосходную танцовщицу. Она мне нужна. Ну, я... Ты готова танцевать? А, да. It's showtime, Philly. О, шоу-тайм. Одевайся. Одевайся. А, обычно наоборот, ну ладно. Девочки и мальчики, добро пожаловать в Пип-Пип-Парейд, в честь дня Мэр Тайм Бэй. Для начала нам нужно нарядиться. Выбери самый великолепный наряд. Выбери в меню самый великолепный наряд. Нажми на кнопку, чтобы надеть его. Ну окей. Нажми эти кнопки и двигайся в сторону, чтобы посмотреть другие аксессуары. Я только один нашла. Press this button when you're ready to glow up. Сейчас я буду fabulous. А, это сумка. Поняла. Ну вот, я I'm fabulous. В смысле? А, мне надо время ждать? Можно бы нажать просто? А, выбрать L. Ладно, сейчас уже время заканчивается. А, нет, Б можно было нажать. Окей. Окей, танцевальный пип-пип-парейд. Используй джойстик и нажимай на кнопку, затем танцуй в такт. Игрок готовит к бюрократическому футболу, только собирать надо всякие справки, но бабочки не помогают. Ходишь, стараешься для народа, находишь шмотки, а они в итоге... Не, они мне не нужны, отдай их пить. Это вообще... Так, ладно, я готова. Я не пойму, мне надо до конца их подводить или нет? Ну так. Ага. Это было все. Чувствую себя ужасно. А, вот так вот выглядит та, которую зажимать надо. Как она ногу задирает. Музыка прикольная, да. Вам мы разблокировали пип. В Маскоград. Прикольно. Слушайте, не так просто, между прочим, было.
Вот это движение, Саня. Я и не знала, что ты умеешь так. Я тоже. Ты прекрасный учитель танцев. Вот это тебе знак благодарности. Значок для дня Maritime Bay. Теперь ты можешь пойти в городской парк погонять кроликов. День Maritime Bay им нравится все больше и больше. Используй волшебные зеркала и с помощью этой кнопки используешь, чтобы их нарядиться. То солнце, то ливень, то град. Ну да, в принципе, у нас тоже. Так, окей. То есть мы можем подойти к зеркалу и нарядиться. Ну, пока у нас ничего нового не... А, нет, смотрите, нам дали какой-то новый шарфик. Фэбьюлос просто. Окей, ладно. Дальше куда? Прости, Санни, но я не могу тебя отпустить без значка Дня Игогойского залива. Чемпионат по пастушьим навыкам — серьезное занятие. Найти волшебное зеркало и приложи к нему медаль. В смысле, мне надо значок обязательно надеть? А-а-а, ты какая козюлька. Говорит, надо обязательно значок. Без значка не пущают. Ты только посмотри, это же значок Дня Maritime Bay. Ты готова гоняться за кроликами? Вы уже гонялись. Пойдем в городской парк. Там что-то магия всех глючит. Ну и как вам, Игура? Найти-найди, переводчики-отпечаточники. А, ну это городской парк. Ой, там кто-то постер Хитча поганил. Вот и мы все готовы к пастушьим. Что? Okay? Ты в порядке? Look, смотри, мой билборд. So не так все плохо. Зубы, посмотри. Это саботаж. Нам нужно провести сыскную работу. Кто-то пытается использовать день Maritime Bay. Надо что-то расследовать. Я тоже сыщик. У меня даже есть резюме. Ты не должна быть в летном универе. Кажется, всем пони не до тренировок. Нужно найти свидетелей. Это интересно. Поспрашивайте вокруг. Наверное, кто-то что-то видел. Ох, ладно, я займусь. Веселое короткое приключение на один раз? Ну да, даже в катсценах одежда присутствует. Короче, опять это самое. Опять кто-то все испортил. Мы покрасили деревья розовой краской, судя по всему. Виновный является Пегасом. Странно. Так, нас пока не пускают. Они кому-то машут просто в никуда. Почему они все стоят и машут в никуда просто? Какие-то такие странненькие. У главного подозреваемого сверкающий белый мех. Кто бы это мог быть? Да, сейчас, бабочка, подожди, тут, видишь, ответственное занятие. Что? А, еще на... А как это туда запрыгнуть? С этого, что ли? Бабочка аж бесится, что я не лечу, куда она меня просит. Ай, ну почти ведь. Ладно, что ты хочешь? У этого пони спросить? Короткая грива красно-синего цвета. Это все подсказки, но... Неужели это Зиппо? Неужели Зиппо испортила постер Хитча? Как она могла? Королева приказала посадить розовые кусты, а мы посадили зеленые. Нормас весело. Что не так с их бровями? Странная мимика при разговоре. Они потихоньку сходят с ума. Как эту ламу забрать?
А, еще и сюда можно прыгнуть? Серьезно? Да как это? Что-то мне... Мне кажется, обманывают. Я туда не могу допрыгнуть сейчас. Наверное, сюда надо какие-то... Короче, понятно. Наверное, мне еще надо будет научиться летать. Или типа того. Были же подсказки, что фиолетовый их кривосенья. Это было для другого билборда. Но это описание. Это же ты, Зип. Да меня здесь же не было. А, Гэт, Пегас может спокойно улететь с места преступления. Боюсь, я должен тебя арестовать. Ни за что, прости. Она улетела. О, разыскивает тебя преступник. Мы должны защитить Maritime Bay от подобного нападения. Я предупрежу об этой угрозе. Что-то здесь не так. Почему мои друзья вдруг на такое решились? Пожалуй, мне нужно начать с рекламного счета. Тут все так прыгали, а потом прокрыли, догадались, ибо подсказывали из чата. То есть, я реально потом смогу летать? Или что? А мне нравится Року Хитча. Это прям произведение искусства. Но думаю, что это тоже надо починить. Правда? Да, что нам для этого нужно? Для начала было бы неплохо достать много желтой краски. Окей, я ее достану. Опять краска. Сможешь. Так, бабочка. А, тут своя краска. Прикольно. Желтая краска, я могу тебе немного обменять. Я готовлю фруктовый салат, но мне не хватает нескольких ингредиентов. Что тебе нужно? Парочка яблок и груш. Ладно, принесу. Удобно. Там где-то была груша или нет? Это я так смело иду. Хотя я не помню, что здесь была груша. Тут нету груш. Тут есть мост непочиненный. Так, ладно, бабочка, давай, веди. Наверх? А, вот они груши. Висит груша. Нельзя скушать. А тут все долго ищут грушу. Сколько ты прохождений уже видел? Замечательные фрукты. Теперь самое главное. Нужна большая тыква, в которой все это можно смешать. По-настоящему большая. Клево, значит, ищем гигантскую тыкву. Дети, я возьму гигантскую тыкву, мужик. Тут есть маленькие. Ты можешь сделать большую тыкву? Ох, Санни, я готова тебе отдать самую большую тыкву, но она еще растет. Можешь использовать магию? Вырасти ее большой, чтобы стала большая, и забирай. Дальше без это самое. Ща как вырасчу. Еще как выращу. Упс, какая же она гигантская. Как же мне ее обратно катить? Кто-то переборщил с тыквой. Цветы и копыта. Вот это тыква, детка. Вот уж спасибо. Держи, ты ее заслужила. Красть на здоровье. Вчера весь вечер смотрел. Иногда дашь по два стрима сразу. Понятно. Если что, будешь ночь подсказывать, если я буду тупить. Раз ты уже все знаешь. Из нее можно карету сделать. Фуг и мыло. Не, на самом деле игра такая лайтовенькая. Ух ты, двойной постер. Бывая магия. Ого-гошеньки, настоящий шедевр починки. Намного лучше. У тебя такой красивый получился. Я у тебя такой красивый получился. Это было нелегко. Эй, ладно, спасибо.
Это не крылья, но тоже позволяет залезть на палатку. Да? Серьезно? То есть можно было на тыкву и на палатку залезть? Блин, ну ладно. Крылья ж потом все равно дадут, да? Так, а что дальше? Я как-то вообще не подумала. Так, подожди, куда нам дальше? Где бабочка? Бабочка, срочно. Мне влево или вправо? Где я хищно задал с той стороны? Я да... А, подожди. А, вот, она тут осталась. А я думала, он ее уже в смузи перекроил. Или что он там, салат хотел делать. Ей! Спасибо за подсказку, я бы не додумалась. Спасибо за конфетти. Так, что дальше? Дальше... Число подозреваемых растет. В Maritime Bay небезопасно. Реально, почему рандомные пони стоят и машут в никуда? Это подозрительно. С подсказками у меня слабо, ибо память тупить, ибо все перемешалось. Но я думаю, это самое. Если конкретный момент будет, то ты вспомнишь. Если я не смогу. Ну ладно, думаю, смогу, чего ж тут. О, мы разблокировали очки-сердечки. Так, что дальше? Кадет Старскаут, я о тебе наслышан. Мы уже знакомы, я... Жук, помнишь? Это не важно. Ты здесь для проверки своих моторных навыков. Чё? Твоего мастерства на усовершенствованной полосе препятствия. Ты готова? Да. Пожалуй. Посмотрим, как ты справишься. Чё они все от меня хотят? Иди, пегасы. Все, не успели. Ты, ты произвела на меня впечатление. Мы еще сделаем из тебя летающую звезду. Вот твоя награда. Эй, это же мои ролики. Я их везде искала. Можешь не благодарить. Спасибо. Они сперли ее ролики? Стиковое управление своими копытами было проще скакать. Надень ролики и нажав на эту кнопку. Если хочешь снизить скорость, что-то там. Вау. Something odd is happening with the animals. С животными происходит что-то странное. Три краба выползли из пляжа и добрались аж до сюда. Можешь собрать их всех здесь, чтобы я мог... В отличие от кроликов, крабы бегут от тебя. Крабы, наоборот, следуют за тобой. Только обходил уже грязи, крабы обожают в них прятаться. Привет, кто подходит? Так, нам надо найти... Дайте-ка я пешком это буду делать лучше. That wasn't so bad, right, little Krabby? Little Krabby. Сейчас мы еще из крабов будем гонять.
У них тут одна кукольная мимика с этим стрёмным взглядом. Ну, вот да, мне не нравится здесь, вот что мне реально не нравится, это выражение при диалогах мордашек. Она такая странная, и рот этот не попадающий в слова. That makes three. Awesome, Sunny. Классно, Саня, у тебя хорошо получается. Крабы подали мне идею. Наконец-то настал тот час. Добро пожаловать на совершенно новые пастушьи бега за кроликами и крабами. Чем больше кроликов и крабов ты загонишь в ворота, тем больше очков наберешь. Только учти, крабы любят прятаться в лужах и грязи. Да, готовы, мы готовы. Отлично. Жду тебя еще. Тебе недалеко еще до следующего рекорда. Посмотрим. Саня в этих очках. Значит, теперь одни бегают за нами, а вторые бегают от нас. Для продвижения используют джойстик. Короче, крабы бегают за нами, а эти самые от... А, их в отдельные ворота надо вообще загонять. А, нет, эти... Да, действительно. Господи, тяжело. Удачи? Да уж. Как это... Мой разум крепчал. Задачи становились сложнее. А, стоп. Так. Кролики сюда, крабы туда. Нравятся паровозики из крабов? Да, смешно смотрится. Ух ты, большие крабы. Это реально так смешно. А кролики таким табуном собираются. Так, ты туда. Так, мне еще нравится... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Попрятались все. Мне еще нравится, что они этим самым... В разные места ворота ставят. Чух-чух тут-то, да. А, так. Тут еще в разные стороны вообще. А! Блин. Тут одни лезут в лужи, вторые лезут в дырки. Смешно. Разблокировано изи. Большие такие пугающие. И тебя съедят. Санни, ты прекрасно справилась. Ты удивлен? Я? Ну... Ну скажи. Ну ладно, может быть совсем чуть-чуть. Ха-ха, еще бы. Шериф Хитч. Над городом нависла жуткая угроза. Да. Что за угроза? Разъяренные зайчики столпились на проспекте. Они загородили проход к пляжной бухте. Я уверен, это такие проблемы. Какие еще проблемы? В смысле, я уверен, это не такая проблема. Он говорит, еще какая проблема? Можешь, Саня, проверить, пожалуйста? Да, шериф Хитч.
Мне нужно вернуться на Загривную проспект и узнать, что с этими кроликами. Так, тут мы все собрали или нет? О, мы можем надеть кьюти-марку, серьезно? Так, ну, во-первых, хочу очки-сердечки. Во-вторых, это типа... А, не, это значок. Я думаю, это мы хотим надеть свою кьюти-марку. Розовую сумочку. Ну ладно, шапку не будем надевать. Я забыла, что-то поменялось, но тем не менее... А, это мы вокруг обошли тупо? Забавно. Неплохо получается. Всю жизнь загоняла кроликов. Слушайте, мне нравится город. Реально прикольный. Залив круглый. Граждане Maritime Bay. Повода для паники нет. Но времена настали по-настоящему страшные. В городе появился не один, а целых два преступника. Мы расследуем это дело, а пока все, что я могу сказать в данный момент, это то, что преступники не из Maritime Bay. Ни один из них не является достопочтенным гражданином земным пони. Но нет повода для паники. Но будьте настороже.